Добрый день. Я представляю компанию Orkla Confectionery and Snacks Latvia. Производственное объединение, которое представляет лаймовские шоколады, а также печенье стабурадзе, тафл чипсы и еще некоторые продукты. И мы в Prodexpo уже участвуем очень долгое время и очень довольны этой выставкой. Какие вы ставите цели и задачи, участвуя в данной выставке? Показать себя, напомнить, что мы существуем, что мы есть на российском рынке, что мы заинтересованы в сотрудничестве и работе с Россией. Какие новинки вы подготовили? Новинки мы смотрим на этом стенде. Это мейнстрим шоколада «Красная линия». То, что мы видим, это доступный европейский продукт хорошего качества по доступной цене. И это премиум-класса продукта, который выставлен от нас с правой стороны. То есть шоколад очень хорошего качества, интересный не только по дизайну, но и по вкусу. А также зефир в шоколаде, который у нас проходит под названием «Майгумс» или на переводе «Нежность», это было бы на русский язык, и некоторые продукты, которые у нас сейчас на российском рынке по особо интересным ценам тоже проходят и, может быть, порадует в ближайшее время всех вас. Очень выглядит интересно и вкусно. Да. Что бы вы хотели пожелать вашим клиентам, партнерам, настоящим и будущим? Я хотел бы пожелать всем дружить, всем встречаться, не только на выставках, но и на улице и в магазинах, и рады быть, что мы есть такие друг у друга.